Всем привет, ребят. Ну что, десяточка. Вечером буду вам ее немножко записывать, потому что время не успеваю с утра. С утра бывают утренние стейки. Кто знает, что это тут видел, значит, утренний видос. В общем, десятка и очередная имба за десяточку у нас сегодня. Честно говоря, я офигею, как быстро здесь мы все получаем. Только зашел на аккаунт с планшета и тут копа, и сразу же... Просто, без всякого, просто заход. И сразу же дали вот такой вот пак бонусный за десятку. Вот посмотрите, 10 восьмых эмблем. 2400к. КГшек, кулаки, в общем, вот так вот. Ну, это такое. А вчера я показывал, я забрал питомцев все-таки. И плюс сегодня я забрал, ребятушки, новую имбу. И это у нас Махатма. Плюс дополнительно я получил 2 паста и 2 дара жизни. Восьмых. Это сразу же восьмая эмблема. И еще какой-то там у нас бонус. Так. Что интересного сегодня на рынке? На рынке есть сегодня пару интересных вещей. Это вот этот вот нижний пак. Ну, это тоже через раз они дают. Они знают, что я его беру очень часто. И они его кидают. Самое основное вот. За двадцатку. Посмотрите, каких можно сразу же героев собрать. Огник, Лазуля. То есть за сороковку вы собираете Огника, Лазули. Плюс, ну, я думаю, 100% еще собираете... Блин, вылетела Розу. Давно ее не бегал. Просто плюс 800к кулаков. Вот так вот. Помимо этого, там что там у нас есть... куча разных акций тут такое, туда мы зайдем. Плюс, наверное, скорее всего, еще заберу вот этот вот скин на ару, он недостающий. Плюс есть пират, с которого, как вы помните, мы в прошлый раз нафигачили дофига всего. В общем, вот так вот, десяточка по чуть-чуть растет, поехали открывать очередную имбу. Махатму, я вам ее показывал, она у меня прокачана на максималку, и, честно говоря, я просто офигеваю с этого героя, что он может. Просто нереальнейший герой. Ну, там у нас осталось только, по-моему, кого там, Бугимена у нас нет, или рогатки. Что-то такое, сейчас посмотрим. Что у нас по героям делается на десятке? 73-86. Ну, с таких, кого еще? Рогатки нет, асуры... Рогатка, Асура, Арек, кстати, тоже нет, Дрейка. Ну, это такие герои, которых можно зарулить. И Космо. Валька тоже не особо актуальна настолько. В общем, вот как-то так, ребят. Так, поехали, пооткрываем все. А, вот еще сет дали. Пятый. Бум, замедление. Ну, на Архидемона пойдет. Мне самое главное, что у меня... Где там мои эмблемки... Посмотрите, какие уже эмблемы есть. Восьмые. Просто кайф. Вот восьмые. Две ремки. Утекание у нас есть. Это самое основное. Мы сюда ставим частную Махатму. Сразу же СО. Без всяких вопросов. Я вам показал сборочку с СО. Нереально крутой герой. У меня... Sacred Light дофигища тоже. Так, отлично. Вот наша Махатма. Скин у нее, кстати, по-моему, мы уже прокачали на максималку. То есть уже дальше нам его качать не надо. Даже больше, чем. Самое главное, что мы получили сразу же героя. Так, отлично. Где там наша Махатма? Сейчас мы ее качнем. А, у нас там, по-моему, нету этого. Да, на скилл у нас нету. Так-то мы ее качнем. И там на скилл у нас нету. Вот так вот. Так. Так. Хорошо.
Поехали посмотрим, что у нас по гифтам. А, у нас пятые. Но с пятых, по-моему, не падают. Нет, слизни не падают, коробки только падают. Ну, коробки, книги, рунки. В общем, как-то так, ребят. Смотрите, сколько всего мы получаем, по сути, за копейки, если сравнивать там с другими серверами. А, так, а ну-ка скины глянем. Я гляну, может какой-то скину. Отлично, сейчас и силушку еще апнем. Почти соточку нагнали. Так, что у нас тут с бесплаточки? По чуть-чуть мы движемся к Минотавру, уже больше половины. В принципе, на минуса у нас есть. Поэтому скоро у нас будет уже почти фуловый ак. Так, хорошо, с этим мы разобрались. 131 коробка, ребят. Это просто аут. Так, где там наша Махатма? Ну, как видите, куча героев. Многим можно повкачивать все. Кстати, Ронин. Махатма. И можно сразу же девятку качать. Без вопросов. Так, одержимый. О, мы уже соточку апнули. Можете меня поздравить, ребятушки. Наконец-то у нас первая сотка взята. Так. Бугичу можно качнуть. Рози можно качнуть. В принципе, пока. Сейчас еще посмотрим кого-то. Так, а ну без командору, в принципе, тоже. Почему нет? Все уже будет. Так, отлично. С этим мы разобрались, поехали дальше. Так, еще на одного героя, два утекания у нас есть в запасе, это хорошо. До эволюции мы еще не дошли. По чуть-чуть апаемся, 22 карты. Дальше у нас идут питомцы, и сейчас пооткрываем еще осколки героев. Так, ну поехали, питомцы. Самое интересное, наверное, самое, там некоторые писали, забирай скины, но у меня скины есть основные, такие, скажем, для героев, которых я беру, у меня скины есть. На Некроса скин, это, понятно, классная вещь, но ради него брать целый пак смысла не вижу. Лучше побыстрее качать питомцев, потому что от питомцев реально очень многое зависит. Питомцы нужны на всех локациях, в основном на битве гильдии тоже нужны нормально вкачанные питомцы, поэтому потом надо качать, и скорее всего будет скоро обнова, где-то числа 11, и вкачают, наконец-то, думаю, вкачают уже 40-е левела, и 10-е скиллы дадут, которые уже показывали, в принципе, думаю, будет интересно, там разрыв еще будет больше между 35-м, 9-кой и 10-кой. Очень большие разницы будут. Ну, до этого надо дойти. Ну, плюс, я думаю, 9-я эмблема. Самое интересное, какой будет герой. Донатный, не донатный. Ну, что-то мне кажется, что будет донатный. И веду, скорее всего, какого-то шута интересного в апрель. Не знаю. Интересно уже дождаться обновы. Посмотреть, что же будет дальше. Так, ладно, это мы будем очень долго открывать, это все я потом уже либо на стриме, либо так прокачаю. Давайте немножко талантики паролим. Так, ракушка, ну ракушка нафиг никому не нужна, ТУшка, то же самое. Ну вот баст, неплохой вариант, только тоже. У меня тут героев уже большинства стоят такие неплохие талантики. Ну, кому-то по-любому можно его еще поставить. Так, на ворожая нужен нам скин. Тыковка.
Тут же бастионов тоже хватает, как видите. На архидемона надо еще талантики. Так, ну можно, думаю, тут на Гаргула поставить баст. Так, замедление. Кстати, у нас разброс нужен на некоторых героев. Так, тут замедление. В принципе, и тут можно поставить замедление. У, ремочка, ничего себе. Видали, как бывает? А на ремку тоже у нас дофигища героев уже поставили. Смотришь и не знаешь, что с этой ремкой реально делать. Так, кто-то живо. Принципе, можно на Риббита смело поставить. Пусть будет железка. Ну, железка я уже показывал не раз рунами. Идеальный вариант. Медуза у меня, к сожалению, пока что ремочная. Так. Железка, железка, железка. Можно и на Анубиса вторым, но там у нас, по-моему, бастион, да, вкачанный. Честно скажу, даже не знаю, кому бы она была такая настолько интересная. Медуза, Лео. Лучше рунами поставить у них ремки. В общем, не знаю, пока оставлю, пусть будет. Потом дальше еще потрешуем. Так, ну что, забрали новый титул. King 2. Все, следующий титул 120к император, в принципе. По чуть-чуть, как видите, силушка растет. Надо еще героев некоторых повыбивать. Так, а ну-ка, что у нас по питомцам делается? Панчбоксы, понятно. Так, можно докачивать. Будет смертушку. Так, а что по этим? Тут десятку можно делать. В общем, есть куда качать. Этим мы займемся, думаю, на стриме покачаем. Как-то так. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждем следующую имбу. Как видите, английский сервер просто офигеннейший. Все, всем удачи, всем пока.